Все пришли посмотреть. Приехали. Посылочка. О, боже мой, сколько там вся... О, какая красота. Как Ася, смотри, какое там все красивое. Мама дорогая, сколько всего. Сколько много разных игрушек. Вкладку доставать. Это нам, чтобы ходить было лучше, удобнее. Повышать нашу координацию. У нас же вон на полу все время валяется куча игрушек. Теперь мы ходим очень... Палочка. Мася пришла тоже посмотреть. Палатку открывай. Вот такая штучка. Это что такое? Понятно. Это типа фантика. Они же смялись. Чуть-чуть. Перышек не будет. Перышек не будет. Перышки первыми страдают. Ой, Маська, скажи, как тебе интересно. Боже мой, сколько всего. Ася там тоже. Что там, Ася, перышки? О, это поинтереснее. Мышка. Это Барсик любит всем перья отодрать. Такой помпон. Там еще висит такой помпон. Прикольный помпон. Смотри. Вот это туннель. Туннель. Туннелька. О, перевернуть его надо. Вот, теперь у нас два туннеля. Делаем вот так, я так понимаю. Да. О, Чука сразу спрятался. Что это? Все, передрались. Мало игрушек. Ну, а... Ася тебе еще даст. Асена тебе. Ася, скажи, куда ты все забираешь, Саша? Все хорошо распределяла, по столу гоняла. Уже куда-то забираю. Отдай ребенку игрушку. Какую? Дай. Какая ей понравилась? Мышка. Мышка. Да. Вот такие мышки, они лучше всех заходят кошкам. Они мягенькие. А ну-ка. Ася, ну не надо отбирать. Вот такие прикольные мышки. Прикольная такая мышка. Нет, у Аси теперь пакет. Главная тема. Вот это... Ой, скажи, какой хороший. Это новенький, пахнет новеньким. Под зад, да? Да. Кася, как всегда, сейчас Масю прогонит. Тут я не знаю, вот так чем. Вот прогнал. Тоже игрушки. Попрыгунчики такие. Понятно. И потом пойди найди. Тебе, Маська. Ну, годится, говорит. Годится. Ну, Масе только дай. Вот какая яркая палатка. Красивая. Все сразу. Саша, ты так... Как будто, блин, этот самый. Смотри, Косян играет с чем-то. Да, в воду закинули. Класс. Косян, ты зачем в воду кинул эту? Утопил мышку. Утопил мышку. У них теперь водоплавающая мышка есть. Нравится. Смотри, где штучка. Мышь отдай. А это мячик какой. Мягкий. Ну такой. Как они называются? Зефирные мячики, да? Зефирный мячик. У нас борьба. Вот эти мышки. Мышки самые вкусные, скажи. Самые лучшие мышки. Вкусные. Очень нравится. Отгрызть ухо обязательно. Да, глазки отгрызть. Ушки. Ушки отгрызть и вытянуть. Ладно, Мася смотрит, смотри, моя мышь говорит. Вася прям заход на мышку. Нравится. О, моя рука. Перышки, скажи, перышки. Можно уже начинать учить на задних лапах. Угу. Баланс сформирован. Чука пришел.